Ежегодно в Мордовии охват иммунизации против гриппа растет. Если в прошлый предсезонный период было привито около 348 тысяч жителей, это 43% численности населения, то в этом году планируется привить свыше 45%, более 360 тысяч. Вакцинация является наиболее эффективным средством защиты от гриппа, и она значительно выше, чем все неспецифические медикаментозные, например, те же противовирусные препараты. Вакцинация защитит от таких грозных осложнений гриппа, как бронхит, отит, пневмония, обострение хронических заболеваний. Поэтому необходимо сделать обязательно прививку и защитить свой организм. И мы, конечно, рекомендуем Управлению Роспотребнадзора обратиться в медицинскую организацию, привить себя и своих детей и вести здоровый образ жизни, который позволит избежать осложнений и неблагоприятных исходов. В состав вакцины с названием «Совигрипп» вошли актуальные штаммы вирусов гриппа, которые будут циркулировать в этом году. Это вирус гриппа H1N1 Мичиган, вирус гриппа H3N2 Сингапур и вирус гриппа B Колорадо. В рамках национального календаря иммунизации подлежат дети, начиная с 6-месячного возраста, школьники, студенты и определенной группы риска. Буду обязательно прививать, я сама медработник, у меня второй ребенок. Я буду прививала ее, и вот его тоже буду прививать. Артему тоже. К прививке мы относимся положительно, потому что это хорошо влияет на иммунитет ребенка, повышает иммунитет. И особенно, когда наступает осенне-зимний период, очень опасные вирусы появляются. И это помогает защитить ребеночка от различных вирусных инфекций. Мамам и папам переживать за детей не стоит. Вакцина полностью очищена и не вызывает осложнений. Это подтверждает ежегодный мониторинг. Константин Курбатов, Игорь Гангаев. Наши новости.